Привет, друзья! Итак, на канале ДДСов у нас Фокс-блог сегодня, посвященный еще одному способу, как угонять Фокса, потому что они, ребята, активные, и нас обычными прогулками их не удовлетворишь. Помните эту рожу, да? Я посмотрю одно видео, которое было посвящено там необычному способу угонять Фокса. Это я прощаю, он меня увлекается моей, пытается у меня ее отобрать всегда и гоняется за камнями. Ну, я думаю, попробовать еще из лука пострелять. Ну, такой импровизированный будет лук, детский, можно сказать. И он гоняется за стрелами, это уже проверено. Но, правда, он их не приносит, не отдает. То есть он приносит и перегрызает. Но я сейчас попытаюсь сделать так, чтобы он мне все-таки отдавал. Поэтому у меня с собой прикормочка. Все, смотрим. Вот так. Ты найдешь ее сегодня? Щи. Щи, опор. О! Опор? Хорошо. Мало. Опор? Джин, опор. Дай. Короче, минус две стрелы. Поэтому, ребята, я, короче, изначально я задумывал, типа, выход такой сделать прямо из молодой веточки, лук такой, чтобы не жалко было, и нарезать кучу молодых веточек, которые поросль такая, которые тоже не жалко будет. Их надо много для такого времяпрепровождения, но времени было у меня мало, да и лень. Поэтому как идею смотрите, черпайте, может, кому понравится, с детьми так вместе можно отдыхать. Все, на этом, пожалуй, ставим палец вверх, если понравилось. Подписываемся на канал. Ну и, как обычно, по тексту. И жмем колокольчик. Да, пока.